I will not repeat that cabbage is the most valuable vegetable that carries life extension, but it can also be enhanced with vitamins by adding fresh cucumbers to the salad. The technique of execution is the same, just with the addition of cucumbers. Я не буду повторяться, что капуста является ценнейшим овощем, который нам принесет продление жизни. Но его, этот салат можно усилить еще витаминами, добавив всего в салат свежие огурцы. Техника исполнения та же, просто с добавлением огурцов. Clean, wash, chop, squeeze, and add pepper, salt, and refuel, and your fresh, healthy vitamin green salad is ready. Мы помоем, почистим, нашинкуем, выжмем, добавим соль, перец и заправим майонезом, и ваш здоровый, витаминизированный зеленый салат будет готов. Chopped cabbage, add 1 teaspoon of salt and little bit squeeze it. Cabbage juice gives a bitterness. Many people grain cabbage juice, but some people even drink it. Are you throwing vitamins into the bean? I'm not. Значит, в нашинкованную капусту добавьте 1 чайную ложку соли и слегка отожмите ее. Сок капусты дает небольшую горечь. Многие люди сливают этот сок, но некоторые люди даже пьют специально ее. Вы витамины выбрасываете в мусорное ведро? Я нет. Peel the garlic, wash it, dry it, and squeeze it into the cabbage. I have 800 grams of cabbage, 200 grams of fresh cucumbers, and greens and peppers. Add to your taste. If you don't like it, mayonnaise cannot add. Значит, почистите чеснок, помойте его, высушите и выжмите на капусту. Я имею 800 граммов капусты и 200 грамм свежих огурцов. Зелень и перец добавляйте по своему вкусу. Если вам не нравится укроп или петрушка, добавьте ту зелень, которую вы любите. Майонез можно не добавлять. I'm squeeze one head of garlic. If you don't like a lot of garlic, add less. All to your taste. But in garlic a lot of vitamins. This is especially important now when we walk around viruses and chase us. Я добавила головку чеснока. Если вам не нравится много чеснока, добавляйте меньше. Все по вашему вкусу. Но в чесноке очень много витаминов. Особенно это важно сейчас, когда так гуляют вирусы и гоняются за нами. A garlic little bit save us. Чеснок попытается, по крайней мере, нас сохранить. You can add with or without skin. If you add more cucumbers, they will give more juice. And the minimum amount will give taste, color, vitamins, and smell. Shred it in a small bars. Значит, вы можете добавлять с кожицей или без. Если вы добавите
побольше огурцов, они дадут больше сока. Ну а минимальное количество подарит вкус, цвет, запах, витамины. Шинковать нужно тонкими пластами, а затем тонкими брусочками. I'm cut greens too and add into cabbage. Я нашинковала и зелень, и теперь добавляйте это смело в капусту, и надо перемешать and mixed well. Я же использую вот такую штучку, она не порвет, не поломает огурцы. I'm use like these things. And now add pepper. И теперь можете добавить перец. Можете добавить больше, меньше, на ваш вкус, как я говорила. Add little bit more on your taste. Fill with mayonnaise and let's think about how much macro and micro elements we now have in this magical salad, plus from parsley and dill about the same whole periodic table. Заправить майонезом и немножко подумаем, сколько макро и микроэлементов мы сейчас имеем в этом волшебном салате. Не считая или плюс добавить петрушку и укроп. Это же целая таблица Менделеева.